Чувашия вошла в тройку лучших субъектов страны по реализации программы капитального ремонта. Первое и второе места занимают Воронежская область и Башкортостан. Рейтинг составил фонд ЖКХ по нескольким показателям. Общее количество домов, отремонтированных в текущем году, собираемость взносов, количество жалоб на качество капитального ремонта. В Чувашии в 2014-2015 годах капитально отремонтировали 294 многоквартирных дома. В 2016 году привели в порядок еще 100 домов на сумму 500 миллионов рублей.